В Якутске установили мемориальную доску в память о видном общественном деятеле, хозяине земли Анабарской Николае Андросове. Уникальность личности Николая Егоровича в его многогранности. Он сумел остановить развал хозяйств, процесс стремительного обнищания жителей Анабарского района. Под его руководством была разработана и реализована программа развития района и созданы условия для стабильной бюджетной обеспеченности. Мы со своей стороны, конечно, основу своей работы еще нового не придумали. Мы возобновили те меры, которые были, фундамент был заложен тогда. Это и переработка сельхозпродукта, и продукции из создания, ну и совместная вот работа с промышленными организациями и так далее. Поэтому мы продолжаем дело, начатое Николаем Егоровичем Андросовым.